маленькие мечтатели. Всем большой привет, друзья! Добро пожаловать на канал! Еще раз хочу всех поздравить с Днем Знаний и пожелать удачи в учебе. Но в этом году 1 сентября стало волнительным днем не только для школьников, но и для многих коллекционеров кукол. А все потому, что компания MGA в своем официальном аккаунте в Instagram опубликовали огромный арт с куклами Low Surprise, в том числе и OMG из предстоящей музыкальной серии Remix. И сегодня мы с вами рассмотрим более детально всех персонажей и поговорим о том, каких же еще новинок нам стоит ждать от бренда Low Surprise. Если вы подписаны на мой инстаграм, то уже могли видеть этих кукол на слитых фото с завода. И самая первая промо. Но теперь, благодаря огромному опубликованному постеру, мы сможем рассмотреть всех красоток OMG из большого набора в деталях, включая коллекционную куклу 2020 года Jukebox BB и кукол LOL OMG из индивидуальных музыкальных коробок. На постере также засветились куколки и питомца Hair Flip, а также их личный самолет. Кстати, вы заметили в кабине пилота Oops Baby? Неужели нам намекают на то, что и она обзаведется своей старшей сестрой? Ведь она является прототипом известнейшей американской певицы Бритни Спирс. Не так давно компания MGA подчистили все старые посты в своем официальном инстаграм Low Surprise. И связано это было, скорее всего, с большой промо-акцией, посвященной новой линейке Remix. Из аккаунта были удалены все фото старых коллекций и опубликованы новые картинки, стилизованные под новую линейку. Радует то, что теперь можно увидеть, как будут выглядеть куклы вживую, а не на артах. Четверка из набора очень впечатляет. Не только продуманностью образов, но и детализацией. Чего только стоит серебряная перчатка с кольцами на руке у LOL OMG Леди Гаги. Костюмы, прически, аксессуары и образ в целом дает нам отсылки к известным медийным личностям. Если кто забыл, я напомню, что в наборе Super Surprise нас ждут старшие сестры Бэдди, Metal Babe, Go Go Queen и Fierce. Помимо старших сестер, в комплект входят еще и младшие, создав таким образом две музыкальные группы. В наборе с каждой куклой идет уникальный музыкальный инструмент, который, судя по слухам, также будет воспроизводить музыку. Ну а теперь вернемся к образам. Кто же подарил свой образ куклам LOL OMG серии Remix? Тут несложно догадаться, что это певица Леди Гага. Ведь эта экстравагантная голосистая певица не раз удивляла и даже шокировала публику своим внешним видом. У них даже прически схожи. В руках у куклы что-то наподобие синтезатора или гитары с клавишами. Как мне известно, Леди Гага довольно неплохо играет на пианино. Фирс мне напоминает известную певицу и сестру культового короля поп-музыки Майкла Джексона Джанет Джексон. На голове у куклы заколка наподобие короны, а в руках большая красная электрогитара. За ударными сидит сестра Бэдди. Тут сложно сказать, чей это образ, потому что, как по мне, он является собирательным. Но своей прической, вернее ее цветом, она напоминает Билли Айлиш. А вот старшая сестра Metal Babe является, скорее всего, прототипом солистки рок-группы Icon for Hire Ariel Bloomer. У девушек схожий стиль в одежде и любовь к розово-черным волосам. Не знаю, как вам, но мне безумно нравится этот набор. Я жду с нетерпением, когда же он появится в продаже. На сцене мы видим также четверку кукол в индивидуальных коробках. И у каждой куколки свой музыкальный атрибут. У Китти это микрофон, у Pop BB тамбурин, Lone Star позирует с гитарой, ну а Ханни, как я понимаю, заняла пост диджея, и у нее в руках ноут для микширования будущих треков ее подружек. А в центре выше всех стоит шикарная джукбокс, прообразом для которой стал сам Элвис. Более внимательные уже могли заметить странные тени неизвестных кукол, которые стоят позади Metal Babe и Lone Star. Поговаривают, что это сестра Панга Боя и первый мальчик LOL OMG, Рокер Бой. А вы как думаете, это так? Помимо новинок Remix, в сети уже появилось видео с распаковкой второй серии All Stars BB с черлидершами. И самое интересное, что в этой серии идут младшие сестры для кукол LOL OMG Remix в глиттерной версии. Это Китти Квин, Ханни Бан, Лайм Дэнсер и 80 BB. И кстати, это еще не все новые LOL OMG, которые нас с вами ждут в этом году. В сети уже появляются слитые фото кукол OMG с новыми прическами. И известно, что нас ждет еще новая зимняя серия, в которой предположительно будут входить старшие сестры Мадам Квин, Биг Уик, Бирр Биби, Айси Гирл, Бэйби Ин Зе Вуд, Камп Кьюти и Бэйби Кэт Мисси Мяу. Более подробной информации, кроме того, что серия будет называться Winter Chill, пока нет, но буду стараться держать вас в курсе. В продаже в октябре также поступит набор семейка Candylicious, в который будут входить кукла LOL OMG Candylicious и 4 шарика с сестренками, малышкой и питомцем. На этом у меня все.
Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, а также поставить лайк под этим видео, если оно вам понравилось. Всем пока! Ставь лайк и подпишись на наш канал!